центре имени Дмитрия Рогачева, помимо консультаций профильных специалистов – гематолога, онколога и иммунолога-аллерголога, вы можете получить платную консультацию детского хирурга, ортопеда, детского кардиолога, невролога, стоматолога и других специалистов. Если вы обращаетесь в наш центр за консультацией по полису ОМС, обратите внимание на правильное заполнение направления. В верхнем левом углу указывается полное наименование медицинского учреждения, его адрес или штамп с указанием кода по ОГРН. Указывается полное наименование медицинского учреждения, куда направлен пациент. В пункте 8 «Обоснование направления» указывается основная причина консультации. Указывается должность медицинского работника, направившего больного. Проставляется фамилия, имя и отчество, подпись. Направление подписывается заведующим отделением с указанием фамилии, имени и отчества, заверяется печать учреждения и ставится дата. Если вы живете в Москве, то на вашем направлении обязательно должен быть проставлен номер. Если вы получаете направление в департаменте здравоохранения, то обратите внимание на следующие обязательные пункты. Направление оформляется на официальном бланке. Указывается полное наименование медицинского учреждения, куда направлен пациент. Проставлена дата, исходящий номер, есть печать и подпись руководителя. Консультации проводятся по предварительной записи. Вы можете позвонить нам или оставить заявку на сайте в форме обратной связи. Добрый день, девушка. Я бы хотела записаться на консультацию к гематологу. Вам необходимо приехать с ребенком за полчаса до консультации со следующими документами. Направление, полис ОМС, СНИЛС ребенка, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, паспорт законного представителя. На проходной для оформления пропуска вам понадобится паспорт. Ваш контакт на телефон, пожалуйста. На обратном пути разовый пропуск нужно будет вернуть. Менеджеру потребуется несколько минут, чтобы оформить необходимые документы. Вас попросят подписать информированные согласия и оставить контакты, телефон и электронный адрес. Доктор вас ждет. Входите, пожалуйста, первый этаж, 16 кабинет. К вам направил педиатр. Мы сдавали кровь перед прививками, и им что-то не понравилось. Наш центр выгодно отличается от большинства других медицинских организаций тем, что наши руководители – это ученые, врачи с мировым именем, которые задают для нас всех очень высокую планку в плане знаний. И даже молодые доктора, попавшие сюда на работу, прошли множество испытаний, экзаменов, прошли стажировку и в российских, и в зарубежных клиниках. И только после этого мы доверяем им ваших и наших детей. Я думаю, что нам с вами нужно пересдать анализ крови. Мы можем это сделать у нас сегодня, пересмотреть показатели. Вы запишетесь ко мне на повторный прием, и мы с вами обсудим все результаты. В лабораториях «Центр» проводятся клинические, бактериологические, генетические исследования. На платной основе в нашем центре возможно провести вакцинацию качественными вакцинами. Для того, чтобы пройти МРТ или КТ-исследование, необходимо дополнительно записаться по телефону. Для проведения УЗИ и рентгеновского исследования предварительная запись не требуется. Когда результат будет получен, он придет на указанный вами электронный адрес. С этим результатом вы вернетесь на повторную консультацию. Да, анализ я ваш уже посмотрела, анализ хороший, так что вы здоровы.